Здравствуйте, Олег. Чем занимается палата? Ну, смотрите, палата существует уже больше 45 лет. Она была создана еще во времена Советского Союза для того, чтобы создать возможность параллельных контактов между компаниями Бельгии, Люксембурга и в тот момент российскими индустриальными гигантами. Угу. Второе рождение она, конечно же, получила после 90-х годов, когда Россия стала открытой капиталистической страной. И главной задачей палаты является сопровождение бельгийского и люксембургского бизнеса, соответственно, на территории России, а также поддержка российских проектов сегодня на территории Евросоюза с заходом, соответственно, через в том числе Великое Герцогство Люксембурга.